дорогие девочки, а это вам конфетка, чтобы на ночь крепко спалось. Вчера забрали вот такую курточку, размерчик 44-46. Их осталось у меня 3 штучки. Ох, как я ее обожаю, что я без нее буду делать. И как, что будет самое крутое, как я ее не повешу на витринку. Это я просто так. Значит, с юбкой с этой шикарной смотрится. И вот смотрите, насколько шикарно, красиво сюда смотрится этот джемперочек. Вау, просто чудо. Очень скромно, очень красиво идут натуральные камешки. Это яшма. И вот такой шикарный агат. И то бы надела бы, и другое бы надела бы. И цвет очень красивый. Он так здорово перекликается с этим воротником. Девочки, прям горжусь этой красотой. Сейчас очень-очень мало в Москве приличных, качественных и красивых вещичек. А у меня это все есть. Я радуюсь. Очень сожалею. Так нравятся мои манекены. Я не смогла. Я хотела в Турции еще купить манекены. Там такие страшные, светлые, никакие. Ну, я даже переживать стала за свои манекенчики. Они должны у меня долго стоять, долго работать. Они очень красивые. Потому что если не эти мордашки, все будет смотреться совсем по-другому. Все, девчонки, жду вас. Торговый центр Курс, Ангел Ин Сити, 2-й этаж. Метро Новое Касино. Теперь начала сожалеть о том, что я не привезла еще эту обувь. Это дубленая кожа. Я не выдержала. Я все-таки их очень-очень люблю. Но у турков она подорожала. Эта обувь прилично. Это у меня еще старый курс. Если бы я привезла по старому курсу, не по курсу 199, и она бы все равно была бы дороже, потому что турки подняли на нее цену, то мои бы девочки сказали: «Хах, вот оно у вас подорожало». А подорожало не из-за меня, а подорожало из-за турков. Поэтому я отказалась. А сейчас говорю: «Нин, почему ты слушаешь? Ты ничего не слушай. Тот человек, кто хочет купить, он купит. Оправдываться не надо. Здесь твоей вины нет совершенно». Это даже слов нету. В общем, всем спокойной ночи, прекрасных снов и удачки. Спасибо.